Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды ежедневные, окей. Так, бесплатно пак. Так, что у нас там? Змейка Вьюн, что ли? Ну да. Именно он. Так, здесь награду забираем. Сразиться в боях, это все понятно. Так, давай-ка мы посмотрим, где у нас Усаги. Прокачка, А, мне же не хватало мутагена. Все, ребята, я понял. До 5-й ступени прокачиваем. Удар. Так, а тут у нас дальше. Чтобы до 6-й ступени нам нужно 10 кукол Дарума найти. 10. Давай попробуем здесь. Ага. Дудки. Опять мимо. Зашибись. Ну а тут катушка с пленкой. Это все понятно. Так, раз. Кукла. Зашибись. Одну куклу дали, и все, и хорош, да, теперь, типа? Нормуль. Не, ребята, по-моему, не получится. Так, вторая. Вторая кукла, и все. Третья. Да, ребята, очень тяжело набиваются они, поэтому... Я уже задание успел выполнить, а кукол так и не набил. Так, поднять уровень персонажа и пройти серию испытаний. Ну давай серию испытаний с тобой быстренько пробежимся. Что я делаю? Что я делаю? Скажи мне на милость. Я уже все забыл, ребята. Спешу, просто мне сейчас уже на работу нужно идти. И как бы все это в спешке. Раз, два, три, четыре, пять. Да, я думаю, это будет нормальная командочка. Супер-пупер пушка, так скажем, да? Зэк, роднулька, отдохни маленько. Блин, маузеры, как они меня раздражают, ребята. 80-й уровень, а инициатива, как будто, я не знаю, у них 200-й уровень. Так, зэк, в принципе, сейчас упадет. Маузеры эти тоже рассыпятся. Раз, два. Так, Рафаэль, у тебя тоже два удара, да? Добивай. Бежим с тобой на следующую волну. Ага. Ну что, здесь, наверное, мы сделаем с тобой... Да вот так вот. Маузерами. Хоба, они выжили. Ну-ка, змейка Вьюн. Упади. Так, крип. Падает. Дрон. Упал. Так, училка. Ай-яй-яй, постепенно урон повесила. Все, ну тут прошли, тут понятное дело, ребята. В любом случае мы бы пробежали. Ничего бы нас тут не остановило. И получается что? Получается, что мы с тобой прошли серию испытаний. Значит, нужно еще поднять уровень персонажа. Сколько у нас? 15 тысяч мутагена. 15 тысяч, да? Ну, давай, наверное, вот этого Майки. Так, попробуем. А, не хватило. Хотел до 55-го его качнуть. Ну что, забираем здесь награды. И смотрим. Так, ну что, будем арену. Ребят, не забывайте, что сегодня мы должны будем с вами поиграть в события, потому что в прошлой серии у нас, как назло, не хватило сыра. Да-да, не хватило сыра, ребят. Так, а что я буду тут выпендриваться? Я возьму Армагона, и как мы с тобой обычно делаем, через Армагона сыграем всех наших вот этих слабых персонажей. Мы сейчас, кстати, я не заметил, мы где с тобой находимся? В какой лиге? Вчера мы дошли до Лиги Сёгунов 3 звезды, так? Так, остановились. А сейчас я что-то даже и не глянул. Сейчас посмотрим, где мы с тобой находимся. Ребята, можно было бы здесь, конечно, подраться более, как говорится, подольше, поинтереснее, но просто время поджимает. А, я в Лиге Самураев 3 звезды, ничего себе меня скинули. Оу. Так, тут, понятное дело, нам нужно с тобой так бустить, как никогда, ребят. От кафтов у меня 23 штуки. Я думаю, что мы с тобой должны, в принципе, отыграть всех, наверное, своих персонажей вот этих вот. И дойти, ну, как минимум, до Лиги Сёгунов 3 звезды. А в идеале вообще до Мастера 2 звезды. Опять же, это из расчета того, что если все пойдет как нужно. Потом мы пойдем с тобой, пройдем события. А вот насчет второго события, ребят, я даже не знаю. Стоит ли вообще к нему приступать, потому что нам видел, кого там дали. Нам дали с тобой слишком слабеньких персонажей, с которыми мы с тобой просто далеко не уйдем, вот и все.
Так, кстати, у нас 145 монет. Не пора ли-ка нам с тобой приобрести кого-нибудь, а? Что скажешь? Кого будем качать? Ну, естественно, Шинигами. Я знаю, ребята, вы писали там, давай качай того, того. Кто-то даже за Шреддера классического топил. Но давай уже все-таки докачаем Шинигами. Бог с ней. Я знаю, она слабый персонаж, но нам главное, чтобы, ребята, как тебе объяснить-то? Чтобы она, чтобы каждый персонаж был прокачан на 5 звезд и уже ждал там своего момента, когда он перейдет в платиновый ранг. Понимаешь, да? Чтобы нам уже отвязаться от этого всего. А то мы с тобой и того хотим, и того. А ты понимаешь, что ну нельзя все сразу, ребята, сделать. Ну никак не получится. И очень много на это уйдет времени. Так, прист. У нас с тобой прист тут. Пока 55 и 54 уровни есть, естественно, Армагон будет их с полточка всех давить. С удара, там, с полудара. Не имеет значения. Мне главное подняться как можно выше. Как можно выше по лиге. По большому счету, вот в данный момент, вот по этим видосам, я тебе никакой стратегии, тактики или что-либо интересного рассказать не могу. Потому что здесь просто Армагон берет, бросает валун. Да здесь любой был бы, даже если бы Усаги или Леонардо. Все равно мы бы здесь проходили. Так, ну что, я думаю, еще где-то бой другой, и мы уже пойдем с тобой в Лигу Сёгунов 2 звезды. Это как пить дать. Это просто предначертано судьбой. Вот так вот. Пау. Против нас играет Пау. Так, окей. Раз, два, три, четыре. Все, погнали. То есть, в чем прелесть вся вот этого Армагона, да, или убер-топового бойца? То, что он отыгрывает маленьких слабачей. Вот эти вот ребята, они бы же здесь, ну, ничего бы сделать не смогли. Их просто расписали бы, разобрали бы и выкинули бы, понимаешь? Но за счет того, что Армагон, естественно, он топ. Естественно, он их всех рвет. И за счет него мы получаем и кубки. Соответственно, мы с тобой растем на арене. А чем выше мы с тобой и больше у нас арена, да, тем больше мы получаем с тобой монет. Вот этих вот. Долларов вот этих вот. Ну и так далее. Понимаешь, да, что у меня? Раз, два, три, четыре. То есть монетки нам, естественно, дают возможность приобрести ДНК. Доллары, соответственно, дают нам преимущество купить какие-нибудь либо откаты, либо телепорты. Это, естественно, чтобы без вложений. Ну, кто сейчас будет вкладываться, ребят? Я не знаю. Сейчас очень-очень, ребята, мало. Я даже скажу тебе больше. Я не знаю, кто играет. И вот и вообще из ютуберов в эту игру не на взломке. Вот ты можешь мне сказать? Кроме меня, естественно. Чтобы не на взломке. И просто хотелось бы посмотреть, если он играет, то сколько он в нее играет и какие у него уже результаты. Вот что меня интересует на самом деле. Так, ну что у нас тут? Валунчик опять полетит сейчас. Хотелось, конечно, мне сегодня, ребята, еще поиграть в драконы, всадники Олуха, но уже не успею. Кто-то спрашивает там, когда, какие будут видосики. Ребята, растения против зомби герои будут завтра. Где-то вечером, может быть, в 5 часов, вот так вот. Я поставлю, меня уже не будет, я буду на работе, наверное, да? Ну, по крайней мере, может быть, спать перед работой буду. Ну, видосик выйдет, как говорится, в штатном режиме. Там выйдут еще две серии по Снеговику. Посмотрите, довольно забавно. Так, на втором канале выйдет, ребята, Мальчик-монстр и Проклятое королевство. Сегодня вышла серия, как она там называется-то? Короче, ребята, там Dead Age 2. Кто бы мог подумать, что зомби под управлением панков. Ну, в общем, довольно интересно. И самая плохая новость, что я там потерял элитного бойца своего. Так что заходите и смотрите. Так, смотри, 16-21, нормуль. Нормуль, это у нас Альберто. Альберто. Так, что там? Да, я хочу его вернуть. Чего вы меня переспрашиваете? И все, я думаю, что, наверное, Армагон сейчас отыграет последний свой бой. И потом пойдем уже брать Леонардо, Усаги и... В таком темпе. Чтобы нам с тобой откаты, как говорится, поберечь. Сегодня я не смотрел рекламу, поэтому 10 откатов я не получу. Ну да ничего страшного. Сейчас не получу, получу потом, да? Они, как говорится, от меня никуда не денутся. Ты смотри, как мы с тобой вообще круто идем.
То есть мы уже добрались практически до Лиги Сёгунов Три звезды. Там нам останется с тобой, ну, боев 10 провести, и мы уже будем в мастерах. Единственный вопрос в том, что сможем ли мы или хватит нам персонажей провести этих 10 боев. Вот в чем загвоздка. Поехали, давай, Усаги, руби. Раздавай там на всех постепенный урон. Как говорится, не скупись. Ага. А вот это, ребята, проблема. Знаешь, почему проблема, ребята? Потому что Армагон, ой, Бакстер. Твою же налево, как мне его подбить? По-моему, крышка нам. Воу, воу, воу. Бубух. Да ладно. Друзья мои, это просто чудо какое-то. Все выжили. И Ксевер Монтес, и Эйприл. Мне даже нет слов, ребят. По идее, их должен был раскромсать Бакстер Стокман. Но они выжили. Так, Робсон. Не, давай лучше возьмем Данила. Так, Лео. Вот я тебе об этом и говорил, что видишь, даже Усаги не справился. Посмотрим, как Армагон. Опять же, я его взял, ребята, через откат. И посмотрим сейчас. Усаги не справился в соло. Давай посмотрим, как Армагон будет бомбить. Ну тут без комментариев. Ну ты сам прекрасно видишь. То есть получается, что у нас Армагон получается чуть ли не вообще топ. То есть вообще как элита. Он переплевывает даже Усаги и Леонардо. И Супер Шреддера он переплевывает. Всех, ребята, прикинь. Он всех делает за воротник. Это, конечно, круто. Причем ты не забывай, что у него последний удар не прокачан. Если бы мы прокачали бы ему до 7-й ступени, я боюсь, вообще бы он бы тут один бы просто рвал бы всех. Никому шанса не давал бы вообще на удар. Ну ты посмотри, что он вытворяет. Просто всех сносит. Блин, да, ребята, так что делайте выводы. Армагон, его по праву можно назвать одним из самых сильных персонажей в игре. Вот на данный момент, вот у меня, именно Армагон. Если Усаги может где-то лопухнуться или Леонардо может промахнуться, то Армагон, ну уж что-то вообще как-то имбово он шпарит. Хотя Кирби он тогда все-таки не завалил. Кто-то меня в комментариях поправлял, что Кирби там был 86 уровня. Почему у меня в голове засело, что он был 56 уровня? Не знаю, ребята. Так, ну-ка попробуем. Ну вообще, он всех рвет. Всех, вот в данный момент всех рвет. Кто до 70 уровня из противников, он их всех, как говорится, уничтожает, даже не давая шанса. Так, ладно, давай посмотрим, что здесь у нас. 65 уровень. Армагон, ты справишься, вот, 65-68 уровень, а? Мне вот интересно. Мне кажется, вот здесь он уже начнет сдуваться. Посмотрим. Блин, Карайка со своей инициативой. А, нет. Все-таки мы ее переплюнули. Ну-ка. Я в шоке. Я просто в шоке, что он творит. Да, крутой, конечно, этот Армагон. Космическая акула. Это же наемник. Наемник, да, ребята? Так, ну что, давай, я не знаю. 16-22, дайте мне вот. Джон. 60, ну с этими, ребята, и подавно мы справимся. Тут 65-й, 66-й. Если он уже 68-й хвалил, то 64-й, 65-й, тем более. Так, ну что, погнали. Валун готов. Тыдыч. Красавчик. Просто красавчик. Ты можешь, кстати, просто перемотать вот это все, ребят. Потому что я... серия, получается, арену прохожу одним Армагоном. Ну, я у вас тогда спрашивал, давайте я не буду снимать. Вы сказали, снимай все. Я сказал, давайте я буду это как бы за кадром делать. Нет, вы сказали, снимай. Так что, чтобы я потом не видел в комментариях: «Рэй, почему ты все вот одним персонажем это бомбишь?» Я уже объяснял, почему я это делаю и для чего. В данный момент мне не важно сама тактика боя. Мне важно подняться как можно выше по арене. Все. А как я уже делаю, вы можете так же делать, ребята. Можете
Упс. Хотя, что я боюсь-то, тут у нас уже очень высокие, как говорится, уровни. Так что переживать не стоит. Осталось совсем чуть-чуть. Буквально капелька, да? Буквально боя два, наверное, от силы. Но главное, что мы уже в Лиге Мастеров с тобой. Вот что самое главное. Так, ну-ка посмотрим. Сколько у нас тут еще? Нифига себе, боя два. Тут еще 3-4 боя как минимум. Ха. Окей, ну здесь уже, ребята, естественно, нечего пугаться. Тут уже наши бойцы 70 уровня, так что... Так, а тут смотри, интересно, Армагон все-таки не смог справиться. 65 уровень и 66. Хм. Так что даже он не идеален. Вот так вот. А с этими бы, вот, наверное, с Бибобом и с Рокстеди, да? Я думаю, что смог бы у Саги справиться, ну, с полтычка. Андреа. Так, раз, два, три. В принципе, нормуль. Супер Шреддер, ребят, я его тестил, кстати, на очень высоких рангах. Я тебе скажу, что вот эти вот шипы у него, они все-таки, ребята, если не повесят постепенный урон на противника, они не настолько сильны. Вот что я заметил. Я бы даже сказал, что они слабы. То есть, как бы тебе сказать, если, ну, вот против, например, там 40-х, 50-х, да, он может их на раз всех завалить. А 60-х, 70-х нет. И постепенный урон так же, как и у Саги, вешается не на всех. И с маленьким шансом. Плюс он, как вы знаете, да, на себя вешает сам же дебаф, это именно слепота. А когда Супер Шреддер слепой, он может и промахнуться своей следующей очередной атакой. Так что невыгодно, ребят, невыгодно. Хотелось бы мне, конечно, посмотреть на Кренга с его прокачкой, с его массовыми атаками, насколько он хорош. Пока я действительно выделяю здесь Армагона. Ну, мне кажется, что он, да, какой-то вот суперский. Может быть, везение, может быть, еще что-то. Но у него очень мало шансов на промахи и на то, что он там кого-то не добьет. Так, ну что, тут у нас Маркос. Раз, два, три. Четыре. Пять. Последний у нас с тобой бой на арене. Так, поехали. Смотрим. Ну да, да, есть, ребята, недобитки. Но это, извини меня, 76-й, да, 74-й уровень. Есть как бы предел все-таки чему-то. Если бы он еще и их бы валил бы с первого удара, то тут можно было бы вообще его приписать в легендарные герои. Так, ну что, мы с тобой чуть-чуть не дошли до Лиги Мастеров. Две звезды. В принципе, я результатом доволен. Очень круто. Так, давай-ка мы с тобой пойдем в магазин. Предметы. Так. Вот она. Шинигами. А что у нас по жетонам? О, 805. Берем здесь. Так, ребята, еще 3 ДНК на Леонардо Видения, и мы его с тобой прокачиваем. Круто. Погоди-ка секунду. А, там 95, все, понял. Так, по заданиям у нас все. Ну что, пойдем тогда на испытание, которое мы с тобой не допрошли из-за того, что закончился, к сожалению, сыр. Сейчас мы это все с тобой исправим. Слушай, Джастин, ну ладно, пускай будет Джастин. Хотел взять этого, Зека, в команду. Так, ну что? Валун? Стоит ли валун-то тратить? Я думаю, что не стоит. Можно здесь, наверное, и так с ними разобраться. Ух, а что я переживаю? Тут автобой, конечно, ребят. Тут 40-й уровень. Что-то я совсем забыл. Я думал, что мы где-то там уже, ближе к концу, остановились. Конечно, тут все сами они справятся. 4 волны, для них это не проблема. Армагон опять на себя настакал броню, это круто. Так, а смотри, Карахзар 80 уровня не смог пробить слэша. Очень интересно. 40 уровней разница, и он не смог его пробить. Так, ну что, где у нас там бомжик? Вот он вылез. Цыплак. Ну, естественно, его тут моментально сейчас ушатают.
Ай. Да, пришелец-бомжик, который живет на помойке. Ну, что ж поделаешь. Ладно, друзья мои, шутки в сторону. Мы с вами идем. Уже, ага, вот он Пит. Ребята, самое интересное, что здесь разыгрываются по два ДНК. Вот это вот прикольно. Не по одной, а именно по два. И это классно. Естественно, включаем автобой. Уровень здесь противников 50-й. Нам это щекотки. Я имею в виду в плане того, что если они нас будут атаковать, мы будем просто смеяться на их атаки. Клич. Так, Джастин, ты опять за свое, да? И, ребята, не уговаривайте меня простить Джастина и дать ему еще шанс. Не дам. Он меня очень сильно подставил. Он, если только получит, когда сотый уровень, может быть, тогда я ему дам попытку исправиться, но не сейчас. Так, Доня, зачем тебе защита? Она тебе не понадобится. Ну? Нормуль. Так, последняя, четвертая волна. Кожа головы, слэш, Пит и Рафаэль. Угу. Ну, вот это вот, кстати, неплохо у Джастина, что он может понизить меткость на врагов. Видишь? Он даже не попал ни по кому. Возможно, ребята, даже сыграла именно та дебафка, которую кинул именно Джастин. То есть минус меткость. Так, а мы с тобой получаем 2 ДНК на голубя Пита. Теперь мы идем за 2 ДНК на Рокула. 65 уровень. Опять же, ребята, ставим на автобой и наслаждаемся этой битвой. Слушай, вот эти вот чуваки похожи чем-то. По крайней мере, вот голова у них похожа, как на у нас этот железноголовый, да? Такие же дроны. Эти какие-то облезлые, непонятные. Напоминает мне чем-то броня из Fallout'а, помнишь, да? У панков-то были такие броники тоже на плечах с шипами. Так, двигаемся дальше. Угу, здесь у нас Рафаэль. А, нет, Майки, конечно, какой-то Рафаэль. Майки, Майки и Макмен. Когда же мы с тобой доберемся до Макмена, а? Я уже сколько раз грозился его прокачать. Может быть, после этого качнем его? После Ваньки? У него же есть массовая атака, да? Он в эту кучу мусора ураганом отправляет. Что у него еще есть? У него есть разбег, у него есть топотушки. Ну, то есть он такой довольно универсальный. О-о-о, тихо, тихо, тихо. Слышь, ты что творишь? Лео, какие хилки могут быть? Я не пойму. Ага. Так, берет провокацию. Нифига, а че? Уже головы может тоже стакать себе броню? Смотри. Вон она. А я не знал. Или это кто-то другой ему настакал? А кто другой-то? Леонардо не может этого делать. Слэш? Ну, я не помню, чтобы слэш. Неужели кожеголовый может так же, как и вот эти вот ребята, типа Армагон и Супер Шредер, также себе возможность повесить броню? Это круто, если так. Так, ну что, доктор Роквелл у нас в кармане, а мы с тобой двигаемся вот сюда, ребята. Эпизод 7, где у нас будет разыгрываться кожеголовый. Опять же, автобой, ребят, но тут уже есть опасность. Во-первых, грибы противные, 70 уровня, как ты видишь. Сейчас, ох, ничего себе, они там стаканули себе. И на атаку, еще и на уклоняшку. Оу-оу-оу, по-моему, ребят, нам надо здесь брать инициативу в свои руки. Вам так не кажется? Так, секунду. Берем провокацию здесь. Так, волна. Ну, почти хорошо сработало, почти. Так, что, нам надо будет отхил делать или нет? Наверное, надо. Так, Супер Шреддер будет сейчас у нас с тобой делать сердцебиение. Угу. Так, а мы с тобой уничтожаем этих лопушков. По-быренькому, хоба. Так, а здесь у нас... Давай-ка вот так сделаем. Ага, понизили броню. Давайте атаку. Все, эти хлопчики наши. С пониженной броней, да с пониженной атакой. Ну что он нам сделает? Да ничего. Так,
очередная команда, да? А ну-ка, валунчик, вкусите-ка. Вам понравится. Пит опупел сразу же, просто упал. В шоке он был. Ну и все. Так, и где этот бомжик очередной? Вон он там ныкается. Давай вылази, охламон. Такой вылез деловой, все там, все дела, пушки. А тройного укуса ты не хочешь получить, а? С кровотечением. Нет, без кровотечения. Ну-ка. Готов. Все, завалился на бок. Отлично, ребята. Ну что, мы получаем с вами два ДНК на кожеголового. Угу. Кожеголовый же был у нас. Да. Ну что, пойдем за слэшем теперь. 85 уровень. Джастина убираем. Рокзара пока ставим. Блин, тут майки еще, ё-моё. Тут еще майки Микеланджело. Так, я смотрю, эти ребята совсем припухли, что ли, да? Не так все просто. Ладно. Что там делает? Ага. Да хорош. Захил. На. Ускорение врубил, да? Я боюсь, тебе ускорение, парень, не понадобится. Так, вторая волна. Кто у нас тут? А эти стрелозады. Давай волну выпустим с тобой. Волну сюда куснем. Так, сюда ударим. Постепенно урон, в принципе, их должен всех уничтожить. Так, третья. Ага, вот с этого начнем, ребята, с майки. А я могу вот так сделать. Упс. Недобитки. Отлично. Так, добьешь, Шредер? Красавчик. Так, Рафаэля. О, у него здоровья-то, блин, много. Он берет провокацию. Фигово. Еще и защиту ставит. Ё-моё. Ну-ка, Армагон, давай-ка. Тройной укус. Даже броня не помогла ему, прикинь. На тебе. Норма. Так. Вот они, голубчики. Анималсы, да? Ну что, мы, наверное, вот так вот сделаем. Теперь валун. Пит, главное, чтобы упал. Ага, упал, как же. Слушай, я думал, он будет крошки жевать, а он нет. Он начал клевать нас, понимаешь? Так, Рокул. Нет, надо слэша, наверное, нам все-таки. У него массовая атака. Так, этот защиту. Слэш, почему не погиб? Ой-ой-ой-ой, кому? Да. Плохо. Что ты делаешь, Пит? В невидимость ушел. Блин, Рокзар, ты хиляйся, главное. Слушай, мне кажется, мы Рокзар потеряем. Вот на этом чудике. У него очень мало здоровья. Ну, я тебе говорил, что 80 уровень, но он не тянет, ребят. Не справляется. Так, поехали. Че, начнем, наверное, с пониженной атаки. Если бы она еще сработала бы. Шипы. Постепенку повесили. Никакой провокации, ребята. Так, смотрим. Ракета, да? Ага. Теперь мы ракетами. Изи. Бонус нет. То есть мы его с тобой подбили. Да, ребята. Против него оказывается очень хорошо и эффективно выпускать снаряды. То есть Бакстер Стокман его разорвал. Этого слэша. Подожди, какого слэша? О чем я? Я просто смотрю, что мы получили два ДНК на слэша. Разорвал этого бомжика. Так, ну что, давай с тобой, наверное, здесь попробуем. Сколько у нас еще есть? Нормально, да? Ать, не это я хотел. Да ну хорош. Вот. Вообще, ребята, это идеальное. Вот это вот именно для фарма. Потому что вот этих героев у меня нету. И это круто. Вот здесь вот именно фармить. Так.
Так, ну что, дорогие друзья, вот так вот как-то быренько я успел вроде бы все сделать. Я растерафа. Ну, мы тут далеко не дойдем, но мне главное получить вот здесь вот ДНК. И все, остальное будем с тобой спускать вот на фарм. Ну и, соответственно, повышаться на арене. Так что на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.